а именно символические пословицы и поговорки, которые соответствуют Сатурну в знаках зодиака. Вы все это изучали, просто пройдем небольшой тест на пройденные знания. Поскольку Сатурн планета такая крестьянская, простолюдинская, Сатурн проще всего понять не какими-то мудрыми этими, а в виде пословиц и поговорок. Здесь 12 изречений, каждое из которых выражает мудрость Сатурна в одном из знаков зодиака. Давайте попробуем не посрамить честь ваших знаний. Итак, поехали. Первое. За одного битого двух небитых дают. Ваши варианты. В каком знаке мудрость Сатурна? В каком знаке? Телец. А нет. Нет. Ну какие варианты? За одного битого Овен разбитого? Нет. Пока не было правильного варианта. Нет. Нет, коллеги. Пока не было правильного ответа. Правильный ответ. А как вы сообразили? А почему? А, за одного битого двух рыб дают. Ну, логика присутствует. Но, конечно, не потому, что за одного битого двух, также и близнецы же, их тоже два. А смысл в том, да, что Сатурн в рыбах, это когда ты учишься как бы путем того, что тебя, шишки набиваешь, да, поэтому... Ценный опыт страданий. У кого Сатурн в рыбах? Это ваша пословица. За одного битого двух небитых дают. Следующее. Кто платит, тот и заказывает музыку. Ну, это легкий вопрос. Сатурн в Тельце, конечно. Очень жестко, неприятно. Вы пошли с кем-то, вас пригласили куда-то. Вы хотели что-то другое, например, заказать или послушать, а вам говорят, кто платит, тот и решает. Да, если не платежеспособен, сиди и помалкивай, и будь доволен тем, что дали. А хочешь сам распоряжаться, так будь добр, что тогда? Заплати, тогда будешь распоряжаться. Такая неприятная мудрость Сатурна в Тельце. Старый друг лучше новых двух. Нет. Водолей. Кто сказал Водолей? Правильный ответ, потому что, ну, Водолей как 11-й знак, 11-й дом, это мудрость особенно популярна в России, в стране Водолея. У нас все это знают, что отношения проверяются только временем, годами. Да, старый друг лучше новых двух, потому что никогда не понятно, что ждать от человека, и только время покажет, кто что из себя представляет на долгом отрезке. И иногда, конечно, очень разочаровываешься. Я, например, испытал большие разочарования, когда, ну, вас это, кстати, тоже касается всех, вы были в этом время, но я не вас имею в виду, а я имею в виду те курсы, которые вы только начинали учиться перед ковидом, а были те, кто, или после, кто уже до этого, как бы, ну, со школой был и определенные годы. И потом эти люди просто перестали, да, отрезали школу и из своей жизни, вот. И это было, конечно, очень неприятно. Но не вернулись, я имею в виду, не вернулись тогда, когда такая возможность появилась. Поэтому старый друг лучше новых двух. Отношения и люди проверяются только годами,
только временем. Время покажет, кто настоящий твой друг, а кто нет. И при этом у нас есть те, кто с нами 13 лет, 14, 15. Ну, они ходят, они изучают одну астрологию за другой, им интересно, и как бы они не теряют связь со школой, не теряют связь со школой.